Хотите, чтобы у вас на кухне была вот такая классная штука для, ну, чего-нибудь, например, там, вино поставить, бокалы повесить. Ну, вот бокалы висят, да, полочка пустая. Вот полочка начала уже проседать. То есть начинается она вот так, а посередине она уже вот так провисает. Вот. Суперспециалисты супермебели говорят, что так и должно быть. Но если нам не нравится, мы можем за свой счет это починить. Вот так вот они говорят. Так что, если хотите кривые полки, обращайтесь в супермебель, они вам помогут.